Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 48 рабочей тетради по математике для первого класса автора Моро. В наборе 8 желтых деталей, а зеленых на 5 больше, чем желтых. Сколько зеленых деталей в наборе? Желтых 8, сколько зеленых неизвестно. Сказано, что их на 5 больше. Нам нужно узнать, сколько зеленых деталей в наборе. Раз их на 5 больше, значит нужно к 8 прибавить 5. 8 плюс 5 равно 13. 13 зеленых деталей в наборе. В скобочках записываем букву D с точкой. Скобку закрываем, пишем ответ. 13 деталей. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.